выбелял из дюраля вот такую лопатку. Вот. Сейчас я на ней попробую просверлить отверстие. Отверстие может сделать это для того, чтобы облегчить немножко конструкцию. Я так думаю, что лопатка — это самая важная вещь в этом, во всей конструкции. Так что буду дальше комментировать, показывать. Значит, где у нас рулетка? Значит, лопатка получается диаметром 51. Значит, на 8. Вот такой есть у меня еще профилек алюминиевый. Тоже будем его сюда использовать для дальнейшей насадки сюда резины.